Олег, можем? Кристиан, ну, оцените этот матч. Довольно тяжелый получился для «Зенита», для «Балтики», наверное, тоже. Ну, что решило в пользу хозяев спор? Ну, конечно, очень сложный матч. Думаю, что у них было несколько моментов, чуть больше, чем у нас. Они забили вот этот один гол, который все решил. И жалко, конечно, просто чувствую, что мне отдалось все. Чуть-чуть не хватало, может быть, уверенности и чуть-чуть концентрации, последний третий, чтобы и мы забили. Как к вам, кстати, Педро, автор гола? Вы успели, наверное, сегодня с ним там пересечь и видели, может, его голы за «Спартак». Как вам этот игрок новый, Зенит? Ну, конечно, очень хороший игрок, как и все, которые здесь находятся в «Зените». Много этих южноамериканцев, которые все очень хорошо умеют действовать с мячом, и, конечно, они все очень быстрые. Вот, можно еще последний я задам. «Балтика» создала у чужих ворот сегодня поменьше, да, моментов, чем обычно вы создаете, да? Ну да, согласен. Я как сказал, просто не хватило чуть-чуть концентрации, чуть-чуть спокойности в последний третий, чтобы это получилось как иначе. Спасибо. Перестроилась «Балтика», да, в втором тайме, потому что терять было нечего? Ну, просто было тяжело отобрать мяч в первом тайме, и просто мы еще одного нападающего добавили, чтобы получше поработать в прессинге, и думаю, что чуть-чуть это получилось и получше. Спасибо, Кристиан, спасибо большое.